В Нью-Йорке открыли крупнейший в мире рекламный билборд. Его установили на знаменитой своими светящимися щитами площади Таймс-сквер. Громадная плоскость по размеру напоминает футбольное поле. Экран имеет высоту 8-этажного дома, а ширина протягивается на целый квартал. Первым арендатором огромного щита стала корпорация Google. За месяц размещения видеоролика компания выложила 2,5 миллиона долларов. Однако это того стоит, уверены специалисты. Ежедневно рекламные сообщения будут видеть до 300 тысяч человек. Мы возвращались в отель, потому что очень замерзли, и тут неожиданно увидели рекламный щит. Мы просто ахнули от восторга. Ничего подобного у нас в Техасе нет.